рассвет сошелся на нем клином. Посмотри на меня, я ведь тоже мужчина. Откуда у всех такие разные роли? Выключаю любовь, отпускаю на волю. Разлито-то кофе попадает на руки, раздражает в квартире незнакомые звуки. Ты зря ему дала, ты зря ему дала повод для внимания, колола как игла. Ты зря ему дала, ты зря ему дала свое обещание, холодная скала. Ты зря ему дала, ты зря ему дала намеки, ожидания, сказать мне не смогла. Ты зря ему дала. Так, ну что ж, всем привет. Привет, с вами в прямом эфирчике, девчонки. Есела, милые, прекрасные и, естественно, очаровательные. На веб-камере с вами Иришка Супермалютка. Передаю ей пока словечко и кинула ей пригласик в нашу тренировочную комнату. Всем привет. Сегодня с вами мы опять с Любой. У нас сегодня женское противостояние, поэтому ждем вас всех в нашей тренировочной комнате. Люба, какие у нас сегодня танки? Уровень 8? Так, ну что ж, да, как всегда у нас будет 8 уровень техники, поэтому, ребята, девчата, дорогие наши твичане, присоединяйтесь, не стесняйтесь, мы ждем вас на Ру-5, как обычно, по средам в тренировочной комнате на наших женских противостояниях. Берите танки 8 уровня и вперед за выигрышем, вперед за голдой. О, есть моя Иринка. Поднимай. Подняла. Так, и подходят к нам наши участники. Так, 7 уровень нам не подходит, но берем РХМчика. Кстати, я, конечно, забыла отключить звук. Сейчас я это сделаю. А ты, Ир, включила звук у себя в игре? Должен, сейчас посмотрю. Все, все включено. Замечательно. Ну что ж, ребята, не стесняйтесь, присоединяйтесь. Мы вас очень-очень ждем и напоминаем, что победители у нас будут в каждом бою. Один бой, один победитель. Именно в той команде, которая сможет победить, будет победитель, который получит 100 голды. Победителя выбираем следующим образом. Всем кто надамажил больше всех, тот и получил у нас 100 голды в награду. Сама ты танк 8 уровня возьми. Возьму. Давай, я буду потихоньку рассказывать правила игры подходящим нашим игрокам. Окей. Ребята. Hey, wake up. Так, подожди. Сейчас еще настройки гляну. Так, ты же меня слышишь? Конечно. Пусть она и грустит,
связь еще сделаю раздельную по командам. Хорошо, только ты в следующий раз зажимай две кнопочки, чтобы рассказывать правила. Потому что сейчас не идет. Не идет, да? Я уже попробовала, не идет. Так, что там отлить надо, чтобы взяла в команду, беру. Так, ну что ж, дорогие наши твичане, еще раз всем приветик, всем тем, кто присоединяется к нам на твичик ESL. Вот. Сегодня у нас среда, это означает, что снова женские противостояния с вами в прямом эфире, это означает, что голда ждет вас. Переходим вместе на Ру 5, находим тренировочную комнату под названием голда, стрим, женские противостояния. Присоединяемся к нам и берем танки 8 уровня. Также, если ваша команда побеждает, то бишь та команда, в которой вы находитесь, то открываем итоги именно вашей команды, смотрим, тот, кто надамажил больше всех, тот и получит у нас награду 100 голды. Награда не очень велика, но приятное времяпровождение с девчонками в прямом эфире, по-моему, это гораздо круче, нежели голда. Ну а голда — это просто маленький приятный бонус. Так, поменяю я все-таки технику, а то ребята переживают, что... Я останусь на танке 5 уровня. Посмотри, а вот я сейчас смотрю стрим в записи, очень близко камера, то есть я себя вижу очень далеко, а у тебя очень близко. Дело в том, что у меня проблемы с настройками, если я буду настраивать, кучу времени потеряем. Нужно будет просто в следующий раз у Лёхи спросить, как это, как правильно выбирать размер окна. Ребята еще спрашивают, почему у Иры стало 15 тысяч голды на аккаунте. Ну, во-первых, ребята, стрим идет не с моего компьютера. Я сегодня не стример, я просто сокастер. Поэтому вы видите игру Леди Босс Вумен, наши любимые Любы. Вебка, да, вебка у нас, потому что вебочка Ирина, а я сегодня без вебочки. Иру не слышно, потому что она разговаривала через Кью. А так со связью все нормально, просто у Любы, у стримера отключена игровая связь, дабы ребята не флудили в прямой эфир. Так, смотри, Ир, что у нас получается? У нас получается, что количество игроков одинаковое, и чтобы не терять кучу времени, мы можем попробовать повоевать в таком составе. Правда, я бы предложила карту тогда сменить. Да, конечно, давай. Так, Андрей, вот тебе приветик, всем-всем-всем-всем приветики на твичик. Заходите, не стесняйтесь. Так, меняем камеру, боже мой, карту. Камеру мы менять не будем. Так, что бы нам поставить-то? Давай-ка Марин поставим. Сейчас, правда, все будут ругаться. В основном эту карту никто не любит, а я ее просто обожаю. Ну что, погнали тогда? Погнали. Я только за. Так, ну что ж, ребята, надеюсь, всем правила понятны, и мы отправляемся в первый бой, пока не полным составчиком, но 6 человек в одной команде и 6 человек в другой команде. Все остальные подтянутся. Так, ну что ж, мы отправились. Ребята, все те, кто хотят присоединиться в нашу компанию, присоединяйтесь. И будем играть вместе, будем противостоять команде Иришки против команды Любашки. Находимся мы на Ру 5, тренировочная комната называется «Голда Стрим. Женские противостояния». Коломбо пишет, а Любаню мы не видим, а Любаня не включила вебку. Люба сегодня отдыхает. Ребята, командует тот, кто хочет командовать. Только я вас слышать не буду, можете между собой координировать. Ты кому сейчас говоришь? А у нас раздельная связь.
Ну, тебя я нет? Слышу. А как? Я же поставила, нет? Не знаю, я тебя слышу спокойно. А, то, что можно командовать, координировать? Угу. Вот это прикол. Значит, я забыла разделить. Я смотрю, что ребята привыкли, они уже поставили сами ставочки. Что ж, хорошо. Эти ставочки мы примем. Примем. Я не писала ставки, потому что вечно у нас ребята потом конфликтуют по этому поводу. Кто первый, кто последний, кто первее, кто потом. Ну вот, первую ставку начнем засчитывать. Да, я тоже считаю, что хорошо. Ребята, раз вы привыкли, значит, засчитаем. Ой-ой-ой, я в свете! Ну, я тебя вижу. Это еще зачем? Не видь меня, Ира. Сейчас я Торвальда съем. Пускай еще выглянет еще разочек, точно так. Ах ты хищница! Блин, да как не пробила? В бок же башни. Вот это вообще подстава, вообще-то. Ой, Торвальд, действительно, боже мой, изрядно общипан, но не побежден. Ничего, ничего, он сейчас выйдет. Явление временное. Яблочку помогаю. Яблочко, держись! Только не подлезь, блин, под мой снаряд-то, ё-моё. Чуть по нём не долбануло. Любаня на Борщевском. Ну а как же, Алексей 4585, приветище тебе. Вчера ты был неразговорчив, по крайней мере, со мной. Прикольный прикол, пишет Малина 228. А в чем прикол, собственно? Ребята, находимся мы на Ру-5, не теряйтесь, присоединяйтесь, приходите к нам в тренировочную комнату на Ру-5. Комната называется «Голда Стрим. Женские противостояния». Выигрываем, и в команде победителя будет определен победитель, то бишь игрок, который надамажит больше всех, получит 100 голды. Выигрыш небольшой, но играем, получаем хорошее настроение, заряд эмоций, все дела, ля-ля и бла-бла-бла, поэтому... Хотите провести вместе с нами в среду вечер? Вечерок, да? То приходите, мы вас ждем. Мы это девчонки ESL, а на камере вы видите нашу супермалютку, нашу Иришку. Я вашего 90-ка не пробила. Да, ребята, сегодня делаете ставки. Есть команда Леди и есть команда супермалютки. Ставочки делаем, ставочки мы приняли, хотя не писали слово ставки. Но условие у нас такое, чтобы никто из вас не ругался относительно того, кто написал первым. Иначе ставочки мы прекратим принимать. Так, зам получил от меня по щам. Сейчас еще раз я от него по щам получу. Точно, получила. Слушай, зам, ты просто предсказуем. Хочет победить и надамажить. Он хочет меня убить, Ира. Вот это да! Он меня убил! Нехороший! Но ты же предсказала свою смерть. Да он очень вообще нехороший, капец. Да нормально, он же в моей команде. Ну я понимаю, что он сам умер. Но он вообще, это, как его? Ай-яй-яй, короче говоря. Спал, кто из дней и ночи смешал.
Ой, спрашивает меня Коломбо, стоят ли у меня приводы на водке на борще? Ну, во-первых, ты думаешь, я знаю, что у меня стоит на борще? У меня стоит все, что мне надо. В чем я нуждаюсь? А, вы смотри, троицы и держитесь все вместе, да? Нет, вообще все в разных местах карты. Слухай, Ира, ну распоминай мне казки, я тебя бачу. Вот я, знаю, что ты украинского не знаешь языка, но я уверена, что ты меня поняла. Ты же меня поняла? Угу. Торваль, вот. Торваль! Да тут все несутся, Ира, я тебе открою секрет. Слушай, да ты... А, это не ты грохнула. Нет, он мне решил сзади в корму, вот самое мое нелюбимое. А вот не пробил. Ярагор 45, и тебе приветик на Твиче. Смотри, как вы сражаетесь. Прямо реально, как будто вы на войне. Ну, а то. Поздравляю тебя с твоей победой. Ну, победила на самом деле наша команда. Они как-то координировали свои действия. Я их абсолютно не слышала, не слушала. Ребята, извините, но хотите победить, тащите сами. Я, кстати, поздравляю из твоей команды Клода, который был на 50-100. Он от нас получает 100 голды. Кто будет у нас никнеймы копировать игроков? Я отправляю Свете. Хорошо, я тогда займусь твитчиком, да? Да. Так, добираемся. Строка. Может быть, тебя на самом деле-то и нет. Я не решил пока. Кто-то обернется, кто-то позовет. Я не вижу этот мир теперь. Прочитаю имя твое задом наперед. Может быть, тебе... Так, я пока на твитчик. Ты справишься с копированием, отправкой никнейма. И тогда расскажешь ребятам правила. Так, ребят, я дико извиняюсь, но я сидеть в наушниках уже не могу, поэтому я их снимаю. Ну-ка, Люба, скажи чего-нибудь. Говорю чего-нибудь. Еще скажи. Еще говорю. Хорошо меня слышишь? Угу. У меня микрофон только на наушниках, поэтому буду сидеть так. Хорошо. Так, Коломбо, Андрей не занимается на женских стримах приемом ставок. Любиной вебки сегодня нет, Люба отдыхает. Так, что еще? Сейчас мы определим, кто у нас что ставил. Кстати, тренировочная комната уже создана и причем давно. Так, с моей команде, значит, на 50-100 убирай. Это ребенок. Нафиг он нам нужен, убирай. Пуфик. Пуфик, да, Ир? Да-да. Убрала. Так, ребят, не флудим. Так, а я все еще определяю победителя на твитчике. Так, ага, есть. Так. Победа супермалютки написал Зам. Победа за Любаней написал Коломбо. Коломбо, поздравляю вас. 50 голды ваши. Так, что значит, кто отписывать будет? Коломбо, сами как-то справимся, ты не переживай. Коломбо, давай сюда свой никнейм.
Я же не буду в списках рыться, искать. Давай, никнейм пиши и не задерживай нас. Так, Иришка, что там, подтягиваются к нам игроки? Ну, пока на самом особо деле. Особо нет, ставят они нужную технику. Поговори пока с ребятками, чтобы технику ставили. Восьмого. Ты у меня очень громко. Мне надо, наверное, убавить твой звук, но... А я молчала. Нет, ты про Алену наругала. Кнопка зависла. У нас же с тобой скайп, Ира. Он у меня отключен. Вот, теперь я отключила. Меня никто не слышал про Алену, кроме тебя. Ну ладно. Ах ты, Иришка, красота. Я сейчас на скайп посмотрела. Да. Не рассказывай, давай. Это хорошо, меня... я буду держать в секрете. Это на меня таблетка от головной боли так действует, видишь? Перекосила меня всю. Так где там перекосила? Так, ну что, ребятки, давайте берите танки 8 уровня. А, к нам присоединился. Ага, как присоединился? А, нет, ты мне его все добавила. Я думаю, что можно взять и поехать в бой. Как ты на это смотришь? Кого еще взять? Там, кого? Смотри, ребенок... Взять и поехать, говорю. А, все, просто взять и поехать. Mm-hmm. Окей, сейчас я напишу, что ставочки принимаются, и поедем. Давай. Ребята, делайте ваши ставки. Но так как ты команды не мешала, я представляю, что все ставки будут на Любу. Так, кстати, между прочим, человек просился к нам в команду поиграть с нами, а теперь пишет, что у него нет 8 уровня. Бедняжка. Смотри, есть 2 девятки, возьмем их? Нет. По одной в команду. Мне арту, тебе танк 8 уровня. Нет, сейчас бы тогда начнется бардак. Вот, смотри. Так, есть у человека тыстри. Ой, замечательно. Эй, куда кто делся? Сейчас Лена возьмет танк. И поедем. А, мне сейчас отписались в том, что вот этот пуфик... Мальчик говорит, говно говорит нормально, очень хочет с нами поиграть. Ну что, убежал? Давай карту сменим. Да давай. Так, карта. Пойдет? Да-да. Так, ну что, пару слов, к нам пару человек добавилось, поэтому нужно рассказать правила, и поедем. Так, погоди. Сейчас я немножко со звуком себе настрою. А, давай, бери Елена 86 и вот Ба тоже 4, а у него есть 3, он нам не подходит. А вот, давай Кирилла на першинге бери. Ага, теперь у меня этот не в игре. О боже. Что такое? Ребята, будьте в игре. Всем тем, кто присоединяется на Twitch к ESL, всем огромнейший приветик.
Так, Люб, возьми Т-44 вместо моего... Поняла. И вместо того, кто не в игре. Поехали. Подожди, подожди. Лишь для тебя в мире все цветы, кайфую с глаз твоих и дивной красоты. Лишь для тебя каждый мой рассвет, ведь без тебя мне в этом мире жизни нет. Лишь для тебя в мире все цветы. Ну что, Люб, давай поехали. Поехали. Так, ну что ж, уверена, что все правила знают. Отправляемся да, на LifeOx за победой, за победителями. И еще раз, ребята, напоминаем, если вы хотите присоединиться к нашим командам, поиграть вместе с нами, не теряйтесь, а присоединяйтесь и делайте то, что хотите. То бишь, приходите на Рунет 5, берите танк 8 уровня и поехали воевать вместе с нами. Напоминаю, за что у нас можно выиграть голду. Если вы находитесь в нашей команде, ваша задача надамажить больше всех. Если ваша команда победила, то именно... В этой команде открываем, смотрим, если вы надамажили больше всех, получаете 100 голды. Надамажили больше всех, а ваша команда проиграла, 100 голды вы не выиграете. Один бой, один победитель. Ты ставки написала? Да. Угу. Так что ставочки у нас на твитчике приняты. Ребята, кто у нас по ставкам побеждает, получает по 50 голды. Ребята, у нас нет команда номер один или команда номер два. Это я для твичан говорю. У нас есть команда леди и команда супермалютки. Поэтому ставка, победит первая команда или победит вторая команда. Так не получится, мальчишки. Мой сладкий сон, тобой живу. Я целый мир с тобою вместе разделю. Твоя любовь. Коломбо, это не Мьюзик Радио, это мой плейлист из ВК. За все, что есть, тебя ценю, мой сладкий сон. Ну и что, арты-то нету? И целый мир с тобою вместе разделю. Твоя любовь. Привет, девчонки, кажется, я освободился наконец. Привет. За все, что есть, тебя ценю. Ну, представьте меня. Так. Представляем, к нам в ТС-очку присоединился наш Торвальд 07 Алексей, который является не просто нашим гостем на наших женских противостояниях, а также официальным
стримером турниров на ESL. Лёха, приветики, обнимашки практически, по-свойски, по-братски, по-дружески, по-сестрински, как хочешь. Да, привет, зрители. Встречаем. И Лёха что-то кушает и нам не даёт. Ну не говори-ка. Лёха, мы тебя спалили. Главное, слышишь, кушает. Представьте меня, сам молчит, пока жует. Ага. Во, Лёха. Ай. Наш пострел везде успел. А Лана так официально говорит. Всем привет. Лёха, чё кушаешь? Чипсы. А я бананы. Потому тоже иногда даю Иришке моей поговорить. Думаю, ну пусть Иришка пока все расскажет всем, а я имею возможность хрумать бананы. А Иришка так на диете, да? Ну, по-моему, ты любишь такие дела, как диета. А мне некуда, меня пожалеть надо. Мне нужно мням-ням. А вообще, я на диете сижу только летом, чтобы красивой быть. А зимой в шубе меня вообще никто не видит. И ноги там мои, не ноги. Вообще так, Ира, готовь сани с лета. Тут я. Ну да, зимой, готовь да, сани с лета. А что там зимы? А круг спасательный зимы, во. Так что я, это того, диета тебе. Так, не утрируй. Ты поняла, о чем я. Дай нам поесть, короче. Мы без вебок. Нам можно мням-ням. Я хоть могу поколбаситься, пока музыка любимая играет. А так ты сидишь как солдат. Да. Сидишь вот так вот. Племяха даже спросила такая. Люба говорит, что с тобой? Она видит, что я в стриме, а я сама сижу такая, колбашусь, подпеваю. А, Люба, что с тобой? А Люба без вебки, Люба отдыхает. Люба не радио слушает, а музон со своей странички. Ай, ты что ли там? Да, я в тебя целюсь, Ира. Как так-то? Ай, боже мой. А ты меня не пробила. Ира, меня убивают. Смотри, иди какие сюда, все негодяи. Да? Отстаньте иди от меня. Иди сюда. Нет. Вылазь. Я не хочу. Я тебе говорю, выходи. Я вот предполагаю, что у вас вот этот, ваш этот Ройси на арте, убиватель, он меня уже убивал, нахал. В предыдущих стримах, я тебе говорю. Ваншотил просто, безжалостно. Ира, зачем ты меня? Ира, как ты могла? Ира. Я, блин, по дружбе. По дружбе? Я тоже в тебя целилась, по дружбе. А меня кто? Торвальд убил? По дружбе. Смотри, как мы друг друга по дружбе лупим в первую очередь. Кстати, по дружбе лупим. Если б у нас был тот же самый стрим, что планируется на Новый год, мы бы заработали столько голды, да? Мы бы заработали... нет, на... Подожди, ну мы бы друг друга... Нет. Короче, пока у нас идет война между двумя командами, мы приоткроем маленькую тайну для наших зрителей. 27 декабря вас и нас ждет уникальное, потрясающее, грандиозное стрим-шоу с участием всех стримеров и всех администраторов ESL. Все, что вам нужно будет, это в 21 час по Москве ловить нас в рандоме ру, скажем, попозже, возможно, это будет ру-1. Будем кататься с водами, вы будете встречаться против нас, и за уничтожение каждого из админов, каждого из стримеров, написав, естественно, кодовую фразу, вы будете получать голду. Общий фонд на 3 часа стрима, на 3 часа эфира будет составлять от 20 тысяч голды. То бишь, мы разыграем от 20 тысяч голды. Поэтому, ребята, готовьтесь, ловите нас. 27 декабря в прямом эфире будут вебки, будут админы ESL, будем знакомиться, будут все наши стримеры, будем играть, будем отмечать Новый год на ESL. Я зашла на твичок и читаю комментарии к нашему тому, что происходит просто-напросто в игре. Ну, в первые, вторые команды люди ставят ставки. Главное, что не супермалютка и не леди-босс-вумен, а просто поставить ставку. Какая разница, может...
я ребятам говорила уже об этом в прямом эфире. Но там есть выше ставочки, где ставили на супермалютку и на команду Любы. Торвальду привет передают. Коломбо смеется о том, что мы тут колбасимся потихонечку. А Вирус пишет: салют, девчонки. Торвальд, здорово, всем удачи в противостоянии. Привет, всем привет. Да, я тоже написал всем привет. Всем привет, приятно видеть. Ребятки, берите скорее танки 8 уровня и прибегайте к нам в тренировочную комнату ESL женское противостояние. Так точно, ждем вас на РУ-5, да. Приходите, берите, участвуйте, выигрывайте, побеждайте, забирайте свою голду у ESL. У нас, между прочим, сейчас еще ставки говорю. Пока непонятно, чья команда победит, моя или твоя. Абсолютно верно, счет 6-6. Линусик наша еще тащит. Смотри, пробивает. Лена, береги себя. Это, может, хоть кто-то у нас выживет из нашего стримерского составчика. Сейчас заберу. Лену, ай-яй-яй, истри, Лену контролит, негодяй. Не, все отлично. Ой, это же моего убили, блин. Да. Молодец, порадуйся все сильнее за мою команду. Правильно делаешь, подруга. Вот действительно, по-дружески друг друга тут только что уничтожали. Это главное. Я стреляю в Иру, Ира стреляет в меня и убивает. Торвальд стреляет в Иру и убивает. Торвальда убивает не знаю кто. Ну да, он же умер. Леху тоже грохнули. Ну ничего, зато Леха имеет возможность сейчас дальше пожевать. И главное, он так и не признался, что ест. Чипсы. А, да, точно. Блин, я уже забыла. Леха, как можно столько чипсов лопать? Да, вот у меня тоже вопрос. Думаю, можно. Лёха, чипсы по праздникам — это под определенный напиток, а не просто так. А у меня напиток есть, он говорит. Не, у меня сегодня праздник. Какой? Напитка нету. Выходной. Слушай, если по каждым выходным чипсами отмечать, это может плохим закончиться. Мы с тебя переживаем. Не, ну на самом деле, вот с вами здесь общаюсь, катаюсь, ну для меня это праздник. Так если так каждый праздник, это, считать, что каждый стрим наш праздник, так ты вообще из запоя не будешь выходить. Уже будут запой, да. Из этих, ну она имеет в виду из чипсового запоя, закушанья. Не, ну я так первый. Так, Лёха, береги здоровье, береги желудок. Будем воспитывать тебя. Побалуюсь немножко. Так, Николаус нам на твичик пишет: привет, любовь, привет, Иришка. И тебе, Николаус, привет. С нами еще находится Елена, Кэтледи и Торвальд 07. Это тоже, скажем так, наш стримерский составчик сегодняшний. Привет. Так, ну что, у нас меньше 5 минут до конца боя, и ни одна из команд не хочет сдаваться противнику. Каждый хочет победить, надамажить и вынести из боя не только хорошее победное настроение, но и 100 единиц в голдовом эквиваленте. Смотри-ка, здесь с двух сторон две Елены. Да, и обе из Босве. Угу. Тигр прям так это выцеливает в моей команде на ИСе третьем. Явно хочет надамажить и победить, и затащить. Как ты думаешь, у нас ведь не было ни разу ничьей, да? Да, и никто такую ставочку не делал. Виду, нет, я имею в виду то, что ни разу в наших противостояниях еще не было именно ничьей. А по-моему, когда-то раз была. И мы все равно по дамагу присудили.
А, ну да, да, может быть, была, помнишь, кстати. Помнишь, мы, по-моему, да? Когда-то обсуждали, что делать, и я говорю, ну как, чё? По дамагу. Как, чё? Кто на дамаже больше всех, тот и крут, тот и победил. А, всё, тигрика убили. Напиши уже своим, пускай сдаются и пошли дальше. У нас Лена в команде такая прямо командует, там говорит, что делать. А я тут с вами. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Коломбо говорит, классную шутку поставили на Твиче. Я какую? Вот тоже думаю, какую? Какую? Мы не в курсе, ребята. Расскажите и нам. Слушай, вот эта вот Асакура на Т-34 явно выманивает по подсказкам Елены. Угу. Лену замочили. Подожди, а что это? Она одна против двоих останется? Как-то еще кто-то там успел слиться? Так, ребята, пока в нашей команде Елена на 32-очке, ну, то бишь в моей команде, в команде Леди, тащит, я вам расскажу о том, что если вы имеете желание присоединиться к нам в команду, переходите на Ру-5, берите танк 8 уровня и вперед за победой. И напоминаем о том, что каждый бой, то бишь один бой, один победитель. В команде, которая победит, открываем результаты, смотрим, кто больше всех надамажил. Именно тот становится нашим победителем и получает, выносит из боя с собой 100 голды. И также у нас на Твичке делаются ставочки. Есть команда Супер Малютки и есть команда Леди. Вот, если ваша ставочка срабатывает, если вы первый, кто написал эту ставку, то можете выиграть 50 голды, если ваша ставочка срабатывает. Так, кто это у нас тут пишет? Снайпер Сергей пишет: «Привет, девчата, как настроение, как бои?» Приветище тебе, Снайпер Сергей. Настроение у нас улетное, отпадное, офигенное, потому что вы с нами, а мы с вами. Как бои? 50 на 50. Находимся мы в тренировочной комнате. Я надеюсь, вы слышали все то, что я до этого сказала. Присоединяйтесь к нам, и у вас настроение будет такое же. Так, что еще у нас? Так, что-то пишут о том, что есть какой-то театр-мод. Не знаю. Ребята, я не в курсе. А у нас меньше минуты до конца боя, и походу никто не поставил на ничью. И, ребята, я бы, конечно, приняла ставочки, но пока не принимаю. И, походу, у нас все-таки будет ничья. Да, Коломбо, напиши, что за такой театральный мод. Нет, что-то тоже не в курсе. Светик, приветик. Летела с работы, вся лохматая и вообще и уставшая. Поэтому вебка сегодня только Иришкина. Квот пишет, что девчонки ждут в гости. Это верно, поэтому переходим на Ру-5 и присоединяемся к нам в команду. Я уже сидеть не могу, поменяю позу. Давай. У нас спрашивают, почему только 8 левел? Ну, ребят, если мы будем набирать разных уровней танки, то получится так, что ну, нужно будет следить, там, тра-та-та и все дела. Так. У нас ничья. И просто смотрим по дамагу. По дамагу у нас победила 32-очка с никнеймом Туча 84. Иришка сейчас скопирует никнейм победителя. Отправит его в списочек, а на твичике у нас победителя нет. Так. Так, девчонки, не валите деревья. Ломайте побольше всякой гадости. Пожалуйста. Это же очень заметно, пишет вирус. Ну, не знаю, мы играем просто. Просто играем. Так, а есть у нас очередь уже.
Ир, скажешь, да, победителя? Туда, так, ребята, Туча. Давай я скажу. Туча, мы вас поздравляем, хоть у нас и ничья, но мы рассудили по дамагу. Вы нанесли наибольший урон по противнику, и именно в этом поединочке вы являетесь победителем, с чем мы вас и поздравляем, 100 голды ваши. И чтобы было меньше вопросов, на будущее сразу хочу сказать о том, что голда начисляется в следующем месяце, обычно в начале, но так как январь, там куча праздников в начале месяца, поэтому, возможно, будет задержка голды, задержка выплат. Но не переживайте, те, кто играют с нами давным-давно, кто с нами вообще давным-давно, те знают, что вся голда приходит. Голду нам любезно предоставляет для наших стримов компания ESL. Так, ну что ж, мы дальше распределяем технику. Ой, я, наверное, кого-то не того. А, наверное, всех нормально. Сейчас проверим. И еще раз напоминаю, что всех ждем на Ру-5. Тренировочная комната называется «Голда». Стрим «Женские противостояния». Поменяем карту, пока дам Иришке рассказать правила. Сейчас, секунду. Так, карту ты поменяла. Да. Молодец. Так, Люм, ты бы помешала нашей команде, потому что ребята тоже... Давай тогда всех вниз. Давай вниз. Я тогда всех вниз. Всех сейчас перебаламутим и по очереди наберем. Ой, я, наверное, сейчас таким образом случайно и Лёху, и Лену выкинула. А, Лёху еще не выкинула. А Лен выкинула. Ну вот и снова день, хожу как тень, не достучаться. Но как, скажи мне. Все, теперь берем по очереди всех. И вновь расстаться. Ой, теперь Ройси. Слушай, как ко мне, так и не на арте, это нормально? А вот так вот, это заговор. Смотри, у нас получается, Кирилл все равно к тебе попал. Елена на 32-ке все равно ко мне попала. То есть вроде как впереди это самое, а по очереди, получается, многие все равно попадают. Ну хотя не все, вот Ройси же ко мне попал. А Квот к тебе пошел, а он у нас тащил. Так, кто у нас здесь еще? Диман подошел. Так, у нас в очереди... О, есть еще один танк 8 уровня. Так, теперь, Иришка, наверное, стоит тебе повторить правила, или хочешь, давай я быстро повторю и поедем. Угу. Я повторю. Главное, чтобы ты, если что, сказала, хорошо меня слышно или нет. Ну, то бишь, если плохо, тогда просто надо сказать, что плохо. Тогда расскажешь сама. Угу. Итак, ребята, всем добрый вечер. С вами девчонки ESL, здесь в прямом эфире мы проводим стрим, который называется «Женские противостояния». Это голдовый стрим-шоу. Что от вас нужно? Ну, во-первых, вы все взяли технику 8 уровня, потому что сегодня мы катаемся на 8 уровнях. Каждый бой у нас будет выявляться один победитель, который вынесет из поединка 100 голды от ESL.
Что для этого нужно сделать, чтобы победить? Все очень просто. Если ваша команда, то бишь та команда, в которой вы находитесь, побеждает, то открываем итоги этой команды. Тот игрок, который смог нанести урона по противникам наиболее чем кто-либо в его команде, получает 100 голды. Правила просты. Надеемся, что именно кому-то из вас повезет. Если не в этом бою, то обязательно в следующем. У нас еще целый час впереди для наших катаний и состязаний. Очередь. Если у вас есть танк 8 уровня, берем. Нет танка 8 уровня, то, к сожалению, поехать с нами не получится. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Супермалютка Иришка на них ответит. Кто хочет, может переходить у нас к нам на твичик и увидеть, что действительно все проходит в прямом эфирчике. Иришка скинула ссылочку на наш твич. Ну, так по идее, в общем-то, и все. Зайдете на твичик, можете подписаться на наш канал, будете узнавать, когда у нас еще проходят наши стрим-шоу, как можно выиграть голду и так далее. Если всем все понятно, ни у кого нет вопросов, то отправляемся. И вопросики желательно задавать письменно. Вот, в чатик, пока мы находимся вместе здесь и не отправились в бой. И еще одно главное правило, никто не ругается и никаких гадостей в чатик не пишет, иначе будет забанен. И если даже выиграет, будет лишен возможности выиграть свою голду. Все, отправляемся. Все, Иришка, отправляемся. Угу. Я оставлю сердце чудеса и упаду в твои глаза, словно солнце небесам ты стал. Мне верю я наше счастье, знаю. Ребята, у нас нет команды номер один и команды номер два. У нас есть команда Леди и команда Супермалютки. Ребята, будьте внимательны. Команда Леди и команда Супермалютки. И все. Ребята, если у вас у кого-то есть возможность и желание попробовать покомандовать, можете попробовать это сделать. Ты потом зону от нас убери, это ребенок. Хорошо. Стрим называется «Женские противостояния». Если есть в нашей команде кто-то, кто имеет возможность покомандовать, значит, можете командовать. А нет, рандом. Лёха, ты чё молчишь? Ой, вас только говорили. Я кушаю пока ещё. Лёша! Ну ты нормальный, столько чипсов лопать. Где они? Я чуть-чуть. Я ещё с этим театральным модом разбирался. Что за мод такой? Меня, походу, по стриму этот пропалили. Кто стрелял голдовым снарядом и стрим? Так вот, знай, он без урона прошел. Ой, Лёха, Лёха. Да не говори. Стрелял, интересно. Мог курс стрелять. Или класс. Блин, я по зоне промазала. Ой, убей его, этого ребенка. Ни сколько не жалко. Я не хочу детей бить. Или моя пушка не хочет их бить. Накажи его, пускай урок идет делать. Ребята, которые учатся в школе, я вам вообще советую, у вас конец года. Как вы можете играть в танки? Вам нужно уже сдать все скорее и уйти на каникулы. А в каникулы, вот, пожалуйста, отдыхайте, развлекайтесь. Я по Т-69 второй раз промазала. Третий раз промазала.
Он везучий, а ты вот хочешь, чтобы его хлопнули. Он тут светит. Ну ладно, молодец, молодец. Но все равно в следующем бою играть не будет. Ты какая жестокая, детков не любишь. Да. Вот тут как узнал, что все против него, и погиб. Смертью храбрых, между прочим. Да ты что? Че, он утомой. Много разговаривает? М? Он много разговаривает, что ли? Не знаю, у меня он уже в баннинг по голосу. А за что ты его забанила? Просто за то, что он ребенок? Не, за то, что он болтает. А-а-а. Все его уже выругали, отругали, сказали, помолчи, нет, он предлагает там какие-то тактики, я лучше знаю, куда ехать. У меня он, кстати, тоже молчит. А, он уже в другой команде. Вот именно. Да, Лёха, он у нас молчит. Он такой голдер, блин. Можно я тебе не открою эту тайну? Что-то мне кажется, я знаю. Догадываюсь. Я все спалила, да? Да не, я так догадался. Ничего, я после боя уточню. Я по Акимке врезала. Ой, он сейчас тоже врежет. О, блин! Да по мне уже другие врезали. А ты что, не в кустах, что ли? Я в атаке, Ира. Да ты что? Ты же думаешь, я все время прям в кустах должна стоять? Я атаковать умею на борще. О боже, ой-ой-ой, блин, меня бьют. На тебе. И я не пробила. Это просто жесть. Меня убьют. Ай! Нас разом. Курт меня убил. Ах ты ж это какой, Курт. Ах, какой ты молодец, Курт. Ну что, молодцы? Молодцы. Пускай еще уж 3-4 быстрее вылезет, а то мне так трудно на горку подниматься. Ира, тебе вот это самое, как его? Рожу еще и в рот положи. Давай, иди нагибай, нахалка. Ты смотри, говорит, вылезет, говорит, мне тяжело. Во крутяк, а? Вообще расслабилась, я смотрю. А ну-ка давай, в нагиб. Мне кажется, пока я пересеку просто половину пути, уже ни одного танка не останется в живых. Он у нас вот этот на першинге. Оказывается, командир, он такой молодец, команда. Ура, моя команда победила. Поздравляем. Спасибо. Так, ты смотришь итоги боя, объявляешь ребятам через Q победителя, а я иду пока на твичик. Копируешь никнейм, а я посмотрю, кто у нас на твою команду ставил. Срывает слезы, и знаю только звезды. Нет, ты не в прошлом.
Люба, тебя просят песчаную карту для разнообразия поставить. Сейчас поставим. Так, у нас на твитчике победил Квот, он поставил на команду Иришки. О, ты мне поставь, пожалуйста, Вадика КРСК ко мне в команду. Пожалуйста, поставь. А чё это? Мы по очереди берем. Тебе Вольф достается. А, Вадик как раз к тебе и попадает. Угу. Только нам теперь еще один нужен игрок. Попроси в очереди, чтобы поставил. Коломбо пишет. Торальд. Бросай чипсы, команда не тащит. Что не? Лёха, а ну-ка бросай чипсы. Так, нам нужен еще один игрок. Ребята, находимся мы на РУ-5. Тренировочная комната называется Голда Стрим, женские противостояния. Находим нас, присоединяемся, берем танк 8 уровня и вперед за победой, вперед за голдой, которую нам для сегодняшнего нашего стрима, который называется «Женские противостояния», предоставляет компания ESL. Ну, а мы, милые, прекрасные, очаровательные девушки ESL, Леди Босс Вумен Любовь, Супермалютка Иришка, Кэт Леди Елена и совсем не милый, и не, вернее как, возможно, он, конечно, и милый, и очаровательный, но не девушка ESL, а молодой человек ESL, Торвальд 07, который нам сегодня составляет компанию. Кстати, бери давай игрока, ага, все, я взяла. Взяла, я теперь поставлю песчаную карту. Давай. Ну, ща, как я всем устрою, поставлю сейчас этот, как его? О боже, Эльхалуф. А давайте. А давай поставим Эльхалуф с общей базой, встречный бой. Ну, чтобы а как-то давай разнообразить. А давай. Сделаем это ребятам сюрприз. Угу. Кстати, можно, в принципе, так и делать. С общей базой. Олег на твитчике пишет: поехали, хочу стратегию супермалютки изучить. Радис пишет: привет, девочки. Ну, раз девочки, то и тебе привет. А как тёлочки, так до свидосик. Ой, я отходил. Что ж, тогда можно было не поправляться, что здесь не все милые, очаровательные девчонки. Лёха все равно не в курсе был. Я слышал. Ой, я сейчас гадость сделаю. Может, гадость не надо? Надо. Тоже будешь лопать мандаринку со мной? Нет, вы вообще... Не, значит, есть на камеру нельзя, там скакать нельзя, песни петь нельзя. А я тут скакала и песни пела, колбасилась, ела бананы, теперь ем мандаринки. Главное, Ира, причешись, Ира, оденься, потому что ты с вебкой едешь. А вот мне больно хотелось это делать, хотела лохматой ходить. То есть ты на работу, где у тебя куча... Куча-куча всех, ты ходила лохматая. Нет, на работу я ходила причесанная, рассердилась, поплакала даже сегодня, и это... О боже. Что-то тебя так довели, Иришка. О, так мы зови с директором... всех в танки, давай их накажем, застрелим. Мы с директором не поделили голду. Мы их всех здесь сейчас это, как его называют? Блин. Ну как же это... А, нагнём, во. Торвальд, ну-ка быстро слезай оттуда. Что ты делаешь? Я сказал, вы доказываете. Дед 24 рус, тебе приветик. Полезай оттуда. Вот и в чем прикол? С одной стороны у меня стоит игрок, с другой стороны стоишь ты.
это и база. Вон он, Леха. Он хорошо там встал. Я чувствую твоя, растворяется в крови. Я чувствую твой взгляд, вытирается внутри. Все мои файлы из прошлого. Все мои дни нехорошие. Я чувствую, как сердце отбивает новый ритм. Ты смотришь так, как будто я лучше всех других. Запахи счастья сплетаются. Что-то мне уже надоело стоять на одном месте, но у нас минус два танка. Росси, бери арту. Ты чего вот присаживаешься на непонятную технику? И тащить не хочешь. Надоело мне тут. Поехали я пас. Лёша, а ты куда уехал? Ой. Блин, я по Курту не попала. Он так выехал хорошо. Курт, я хотела тебе отомстить. А ну-ка, стой. Куда поехал прятаться? Вылазь. Ох, и Курт. Просто как-то надоел. Так, Курт, выезжай. Блин, надо ехать на базу. Какая база? Поеду на базу. Давай, езжай, я тебя здесь жду. Ира, отстань. Ты стала мне. Я не пристаю к женщинам, ты что? Ни к девушкам, ни к девочкам, ни к женщинам, ни к бабушкам. Смотри, ребята должны помнить, что... Я не такая. Не просто базу захватить. А я такая. Такая? Такая. Пристали к нашей базе. Ой. Она ничейная. Я тоже хочу ее взять. Сейчас меня убьют. Меня все бьют, все, просто все. Ай-яй-яй, просто все бьют. Все бьют. Я так базу и не сбила. Зато экшен. Коломбо, голосование на самом деле, ставки уже давным-давно у нас было написано. Вроде бы, наверное. Или нет? А может, я не написала? Сейчас напишем. Правда, ставить уже поздно, когда уже все. Ай-яй-яй. Ну, ничего не поделаешь. Так, ребята, кто хочет присоединиться к нам в тренировочную комнату, побороться за выигрыш... 100 голды, надамажить больше всех, победить, все дела. Приходите на Рут 5, находите тренировочную комнату под названием Голда, стрим, женские противостояния. Присоединяйтесь, берите танк 8 уровня и вперед сражаться. Олег пишет, победит дружба к черту голду. Спасибо, Олег, очень приятно. Уже который бой Лена пытается затаскивать, остается последняя в живых. А что у нас, 15 минут закончилось? Нет, мы базу захватили. Ах, вы какие захватчики. Итак, я поздравляю свою команду с победой. А, Вадик у нас. Так, Коломбо у нас написал, победит Мулатка. Коломбо, 50 голды твои. Неужели это вам мы так с тобою хотели?
Никнейм Вадик Курск. Поздравляем, вы получаете 100 голды за то, что ваша команда победила, и вы надамажили в ней больше, чем кто-либо. Кто у нас получается выиграл? Сейчас еще раз откроем. В твоей команде вот человек, который смог набить урона, стрелять урона больше всех, сейчас еще раз скажу. Нет, Вадик, подожди. Пуск. Нет, а у тебя на Твиче ставки, вот я смотрю, это Клод 2004 написал, супермалютка победит. Первые. Смотри, после слова ставки было написано Black Dragon. Это старый, ты смотришь. Старый я смотрю, точно. Ой. А, у Коломбо 08 вообще-то это. Мы принимаем только первую ставку, Любаня. А он же потом, я так понимаю, сначала хотел за меня, увидел, что за меня уже поставили и изменил. Ну, тогда, получается, мы нечестно оценивали остальных игроков. По всем остальным стримам. По правилам, нужно, раз мы принимаем только первую ставку. Что ж, хорошо. Алексей, 45-85. Тогда ваша ставочка принимается. Срабатывает, давайте ваш игровой никнейм нам в студию. Сейчас я вам об этом напишу. Так, Игорь, тогда 50 голды минус. И расскажи, что тренировочная комната будет удалена и создана заново попозже. Хорошо. Убежишь через 3 минутки. Черный вельвет, мистер Винтаж твердит, мой экипаж все равно взлетит. Кубинская сигара дымит густо, старая школа, это телек без пульта. Очки как у Кобры плюс, зубочистка, шорох 80-х, джинса, неформальная стрижка. Люб, удаляй комнату. Хорошо. Какую карту поставим? А давай поставим, знаешь какой? Рунберг в огне. Давай. В огне так в огне. Скоро будет снегу. Если мод установить. Не-не, вроде хотят внести в обновление Рунберг. Вот в огне убрать, а снежный будет. Снежный Рунберг будет? Да. Или зимний там как-то будет называться. А был же... А, не, Химмельсдорф зимний есть. Да. Лёха, ты зашел к нам в комнату? Я пока не вижу. Поднимай меня. Поднимай. Ну ты тяжелая, еще просится покушать. Еще и на прототипе. Еще и кушать просит. О, вижу тебя, Лёха. Я уже не могу сидеть. Так, ну что ж, все, погнали набирать команды. Ой, это девятка, оставляем в покое. Коломбо на меня рассердился, наверное, из-за того, что я сказала, ну, чтобы не было у нас недомолвок, вот, понимаю, что было занято сначала Люба, потом поэтому поставил на меня, но правила таковы, что принимается первая ставка. Так, всех я вас уравнял, всех. Так, ждем еще, кто присоединится к нам. Так, ребята, девчата, всем добрый вечер всем тем, кто присоединяется к нам на Twitch ESL. С вами в прямом эфирчике. Леди Босс Вумен, зовут меня Любовь. Супермалютка Иришка, это девушка, которую вы наблюдаете на вебке. Также Кэт Леди Елена, это тоже девушка из нашего составчика стримерского. И в помощниках у нас сегодня Торвальд 07 Алексей. Кстати, Леха,
скоро буду путаться и называть тебя Эго. Торальд. Ну просто тебя часто Торальд называют. Вот. И я в это вдруг буду называть тебя Торальд. Уже который раз не надо, да? Не, не надо. Ты не хочешь? Не хочу. Тогда хватит есть чипсы. Завидно. Нет, у меня повкуснее всякие штучки есть. Ты давай, подожди, ты в верной команде? Лёха, кушай чипсы. Кушай, приятного аппетита. Это, хорошего там настроения. Короче, лопай чипсы. Так, есть у нас еще два игрока. Олег, так, что ж, куча восьмерок пишет, Ира, есть у тебя сарафан? Есть, но я уже просто не могу сидеть, я пересаживаю с места на место, у меня... Я устала просто очень, надо размяться, ну... Так, Ира сейчас будет разминаться, она будет рассказывать правила. Правила нашим пользователям, а я пока отпишусь о том, что принимаю ставочки. Сижу на стуле, ёрзаю, поэтому меня такие спрашивают. Вопросы интересные. Все, давай, правила. Все, рассказываю правила, ребят, там в игре. Так, ну что ж, Ир, рассказала правила? Да. Замечательно. Так, Олег пишет, я в смысле платье такое, русская, красивая девушка, а в сарафане супер. Так, вы правила стрима объясняете, а то баните, жалоба, боже мой. Радист это этот самый у нас. Люба, у меня к тебе большая просьба. У меня есть игрок в твоей команде, который забанен. У тебя Шлома, тут куча 20-22, не в игре. Так, сейчас, подожди. У меня в команде есть игрок, который должен быть забанен. Который забанен у меня. Это самый последний игрок на ИСе третьем. Нижнее подчеркивание, первая буковка Н, А. Видишь?
Нет, у меня последняя в моей команде — это Надежда. Ну, я Шлой. Об этом не Нет, говорю. А Шлой. А, этот игрок забаненный. Угу. Нет, а Шлоу, он нормальный игрок, он постоянный у нас играет, не переживай. Последний игрок на ЕСЕ третьем в бане. Да, у тебя в твоей команде. Ты лучше возьми себе Льва, возьми себе вот ИСУ 152, ребята. Дело в том, что игрок должен быть забанен за неправильное поведение на стриме. Ну, так и есть. И еще один момент. Значит, в моей команде... Ага, поменял номер щек все-таки. Так, все-таки я тебя попрошу, значит, он у нас песни тут поет, всем мешает, на борще в моей команде. Так, сейчас посмотрим, у вас он один борщ? Ты вот 76, нет, да? Нет, нет. Ага, это... машинич там или что там, да, магазинич. Да, да. Так. Да. Лучше давай сенатора. Мне в эту команду он... А, нет, он сейчас бери. Гадости пишет на Twitch. Он не поедет с нами. Так, ну что у нас? Есть игрок. Нет игрока. Танкист Стелс пишет: детка, приветик. Боже мой. О, боже. Так, ладно, давай, наверное, кого-то возьмем. Пусть этот певец у нас поет. Хотя он будет другим ребятам мешать. Так, что ж, больше к нам никто, получается, не подходит, да? Получается, что так, больше... РХМ. А, вот, смотри, на ИС-сети шестом Диманчик какой-то. Бери так, его всё, и поехали. Ты правила объясняла, да? Да, да. Так, да. Я сейчас раздельную делаю по командам. Все, погнали. Ой, не туда нажала. Сейчас, 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 едем. Так, кто-то у нас убежал, почему-то на один танк меньше. Кому-то что-то не понравилось. У вас в команде. Да, вижу, вижу. Ну что, тогда я иду к вам на растерзание. Чтоб было честно. Ну, приходи. У нас вот это вот, знаешь, непонятный есть игрок. Это он считает, что я его преследую. Это просто жесть. И не успеет, главное, новые аккаунты заводить. Эх, игрок, игрок. Ну зачем ты мне нужен? Просто скажи мне. Мне на тебя время тратить абсолютно смысла нету. У нас вот в команде противников кто-то хочет утопиться. Ну лучше бы ты это сделал. Ты думаешь, без тебя умру. Так, ну что ж, погнали воевать. Так, всем напоминаю о том, что у нас сейчас в прямом эфирчике женские противостояния. Что это означает? Это означает, что девчонки ESL собрались в тренировочной комнате на Ру 5 и желают раздать голду ESL. Один бой, один победитель. И этот победитель у нас получает 100 голды. Но просто так, конечно же, вы ничего не получите. Давайте поиграем, давайте что-то сделаем для команды, а то бишь. Если команда, в которой вы находитесь, побеждает,
то открываем результаты вашей команды и смотрим, кто сколько набил урона. Если именно вы окажетесь в топе по урону, получаете 100 голды от ESL и от девчонок ESL, то бишь от меня, от Иришки Супермалютки, от Елены, от Кэт Леди, от девушек ESL. Так что не стесняйтесь, присоединяйтесь, находите нашу комнату тренировочную, которая находится на Ру-5. Ира, ты поехала, просто отдалась, да? Ну, я же пообещала тебе, что было все честно. Ясно. Лёха! Я не знала, что это ты, но все равно бы по тебе стреляла. Ничего? Ничего. Ну, я зато честно сказала, но реально не знала, что это ты. Смотри, думаю, боже мой, это что за диагностик там так стоит хорошо? А когда прилепила, увидела, что это наша чипса-мням-нямка. А я думаю, что это за радист у нас флудит на Твиче, это, оказывается, сенатор. Ну, а кто? Ну, удивительный человек. Он кем у нас только не был, никем только не регистрировался, просто фантазия, я удивляюсь и поражаюсь, и честно восхищена просто. Ага, так он гадости пишет, я спокойно себе играю, он пишет, что я, оказывается, его баню, и пальчики у меня должны устать. А даже если бы я вас только постоянно банила, то не устали бы пальчики, можете мне поверить. Они у меня привыкшие. Так, паника пишет. Стрим, привет, Стрим, у вас голдовый? Да, голдовый. Как к нам попасть? Все очень просто. Переходим на Ру-5, ищем тренировочную комнату под названием Голда Стрим Женские Противостояния. Берем танк 8 уровня и присоединяемся к нам, играем вместе с нами. Что нужно для того, чтобы выиграть голду? Для начала ваша команда должна победить. Если ваша команда побеждает, открываем результаты боя. И если вы окажетесь в топе по дамагу, в топе по урону, то получаете 100 голды от нас и от ESL. Один бой, один победитель. Ребятки пишут, покажу вам мастер-класс, возьмите только к себе. Да без проблем, заходите к нам. Люба, посмотри, что творится, я отдалась просто... Просто отдалась. И они вслед за тобой то же самое, да, делают? Что это такое? Я их предупредила о том, что им я... Им надоело, Ира, побеждать. Им надоело побеждать, вот что произошло. Лёха, иди ко мне. Иду. Подожди, я пока разрядилась в этого, в 50-100. А, ну все, туда точно иду. Эй, нет, я имела в виду, иди, я тебя убью. Я ж тебя это, того, на верную смерть звала, а не чтоб ты меня убивал. Сейчас бы интересно было бы, если бы не было там двух ИСУ, третьих, двух ИСУ. Ну, ты молодец. Ты скибищ. Я тебя вижу. Ой-ой-ой, не надо, ты что делаешь? Лёха, ты же меня убиваешь. Лёха, ты что делаешь? Это, брат. Брат, что ты делаешь? Лёш, убей, пожалуйста, её. Ну, как это так? ИСА третьего. Вон Вадика. Союзного ИСА третьего убей. Союзного. Фигушки. Это чё это? Напугали мы Лёшу. Вы какие кровожадные. Эй, куда я еду? Я, короче, еду не в ту сторону, где последний танк. Кстати, что хотел сказать. Вот Андрей написал, как будет правильно
Этот Руинберг. Руинберг называется. На Твиче у нас пишет «Свободу сенатору!» Но, к сожалению, ребята, свобода сенатору только снится, потому что он сам оковывает себя в оковы, которые снять просто невозможно. А, во как будет интересно называться, Винтерберг. Ну что, я тебя поздравляю, что твоя команда победила. Да, но самое интересное, что снова Вадик Курск победил. Потому что он настрелял больше всех. Он находится на стопе по дамагу. Так что копирую его никнейм. Вадик, еще раз поздравляем вас с победой. 100 голды ваши. И хотелось бы отметить старания Елены из БСВ на 32-очке. Лена каждый бой старается, и у нее очень хорошо получается. Вадик, уступили бы девушке, надамажили бы меньше. Девушка бы выиграла у нас. Она так старалась, так хотела. Так, ну что ж, я, наверное... Сейчас мы, наверное, немножко доберемся. И что? Можешь перемешать команды? Хорошо. Сейчас мы перемешаем. Я уже не могу сидеть, Люба. Я уже 20 раз пост поменяла. Ничего, разные. У нас осталось один, максимум два боя. Тебе высидеть. Так, сейчас мы перемешаем команды. Давай. Ты им скажи хоть, что мы делаем тогда. Через Кью. А ты меняй карту. Я тебе предлагаю взять White Park. Хорошо. О, я и Лёху скинула. Лёха опять пойдет к противникам. Будет противным. Лёха, пойдешь ко мне в команду, а? Да. Вас нельзя вместе. Вы выигрываете сразу. Эй, ну вас. Жадины говядины. Ко мне опять Лена попадает. Лена, он старается, прямо тащит. Так, кто тут у нас еще с техникой? Так. Ну, не в игре, но это в игре. Хожу как тень, не достучаться. Но как скажи мне быть, тебя любить. Так, хотела к тебе из третьей последней попасть, прям вообще как-то сюда, ура, ура. Так, ну у нас счет 10-10, да, но мне нужно на Твичик вернуться и посмотреть ставочки. Давай. Я пока рассказываю правила. Давай. Люб, еще карту поменяй. Ну, напомнишь мне еще раз, я на Твичке пока. Так, у нас победила, получается, моя, да, команда? Black Dragon, ваш игровой. Давай этот, очень уж хочет нам паника, I'm паника, который попасть в команду. Уж прям просится, бери себе вот Т-34 и кидай мне этого на Type 62. Уж прям вот не может, хочет попасть. Так. Паника на 8 уровне.
Так. А, это седьмой. Не, седьмой не. Но он очень просится, прямо очень. Говорит, нету восьмого, вот возьмите, вот не могу. И здесь пишет. Я могу тоже тогда седьмой лет. А вот у нас на ЛТБ на седьмом Ивана бери, и будет все честно. Да, еще вот нам из шесть в команду. Ага, и вам теперь не хватает, у вас кто-то уже отвалился. ЛТБ что, и ушел, да? У меня убежал игрок один. Да, я ж тебе говорила об этом. А, все, у нас по 7 игроков, а у меня, подожди, один без этого. Так, ну что, добавляем, ага, все, у вас по 11? По 11, да. Так, ну у меня, я так понимаю, игрок седьмого уровня есть. Седьмого уровня. Поэтому мне придется его поменять. Ну, поменяй вот на мои какой-нибудь, седьмого мне давай, и этого, бери из моих. Ну, Ир, с твоих нельзя, потому что люди зашли первее. Ну, бери себе Надежду, а я себе возьму седьмого. Он прям просится, пишет, говорит, хочу. И расскажу еще правила. Давай, может быть, я расскажу правила. А, подожди, за 500 голды. Мне с тобой тяжело, без тебя тяжело. Но пора нам расстаться и расставить нас и. И настала пора от тебя уходить. Я хочу навсегда позабыть это чувство. Но, похоже, прощаться это тоже искусство. Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной. Только знай, что когда ты мне скажешь прощай, это небо. Ну что, поехали? Поехали. А, ага, стоп, карта. Подожди, Александр у тебя вышел, поэтому у меня его быстренько... А, подожди, он сейчас танк, наверное, берет. Ой, подожди, я сейчас делаю раздельную по комнатам, и карту мы решили поменять. Так, какую ты предлагала? Да. Какую? Уайт. Поехали. Да. Угу. Так, все, у нас все в бою, все в игре. Угу. Так, здесь все, у вас все. И еще по одному танку мы успеваем взять. Ну, сориентируйтесь, значит, как-то поехали. Так, и так, напоминаю, расскажу сейчас правила и расскажу, почему Иришка у нас, ее не было слышно. Она рассказывала правила для наших игроков по внутриигровой связи, а у меня игровая связь отключена, чтобы не было фуда у меня в прямом эфире. Рассказываю, находимся мы на РУ-5. Тренировочная комната называется «Стрим, голда, женские противостояния». Заходим, присоединяемся, берем танк 8 уровня, катаемся сегодня на 8 уровнях.
Ваша задача победить. Если ваша команда побеждает, то открываем результаты именно вашей команды. И кто нанес урона больше всех по противнику, тот получает 100 голды. Каждый бой один победитель. И также у нас принимаются ставочки на Твиче. Команда Супермалютки или команда Леди. Чья ставочка срабатывает, кто первый написал правильный ответик, тот и получает у нас 50 голды. Маленькое такое вознаграждение. Ребята, голда приходит в начале следующего месяца, но учитывая то, что январь это месяц, который полон праздников, поэтому, скорее всего, голда придет не в начале месяца, а приблизительно в середине месяца. Но не переживайте, все у нас приходит, все начисляется. Мы проводим наши стримы с мая месяца этого года. И у нас есть постоянные игроки, которые имеют возможность подтвердить о том, что все у нас честно, все приходит, в общем, все как надо. Всем тем, кто присоединяется к нам на Twitch ESL, всем огромнейший приветик, хорошего настроения. И, ребята, побеждайте, выигрывайте и получайте свою голду. Голду, которую нам для наших стримов любезно предоставляет компания ESL. И также сразу после нашего стрима у нас будет в прямом эфирчике стрим турнира в формате 7x7 Golden формат Cup номер 146. Что это говорит? Это говорит о том, что если вы останетесь с нами, вы будете иметь возможность, ну, во-первых, понаблюдать за комбоями тех команд, которые играть умеют, которые умеют побеждать и, скажем так, разбираются в этом деле. Далее делаете свои ставочки на победу той или иной команды, на количество танков, которые останется в живых в команде победителя, и также выигрываете по 100 голды за каждый ваш правильный ответик, если этот ответик вы правильным сделали первым. Лёха, ты куда отъехал? Я же стреляла. Ох, и Лёха, заподлист, однако. Признал. Как ты мог? Чуйка у него, у Лёхи-то. Выезжай, выезжай, я жду тебя. Чё назад-то поехал? Вместе не едь никуда. Да он назад специально поехал. Лёха, мне что, теперь молча сидеть? Не подсказывать тебе, что я целюсь? Да блин, я уже не знаю, здесь обложили со всех сторон, куда деваться-то. Убьют. Все, полетел, полетел же, Лёшка, а? Побыстрее же проехать, да? Ух ты. Ох и Лёха. Ваша 32-ка может спокойно постоять? То я не могу попасть в неё. Люк, попроси. Попроси, пожалуйста. Уважай, чтобы он уважал работу твоего наводчика. Угу. Ой, всё. Подожди, 32-ка это же, наверное, Лена или мистер... А, мисс. Да. Мисс Хеннесси, о боже. Ну да, да, так точно, она самая. Ну, Хеннесси можно. Можно? А Лену нельзя просить. Лена пытается выиграть, она умница. Лена прям вообще вот все бои старается. Да что такое? У меня снаряды что-то не летят никуда. А панику можно попросить чуть ближе? Пусть чуть-чуть вылезет еще. А у него голосовой нету. Ты-ты. Тра-ты-ты. Я не верю. Да уж, конечно, все ты веришь. А ты сама-то где?
я затихарилась. На... Слушай, где может стоять Нуба ПТшка? На Нуба Горочке. А где Нуба Горочка на этой карте? Я вопросов больше было как мне задаю. Вот действительно. Такая странная. Ты меня, Ира, не знаешь? Ты же знаешь меня. По-моему, получше, чем остальные. Точно. Ира, я тебя вижу. О, не бей меня. Можно бить? О, я тебя пробила! А ты меня тоже убивала. Ой, 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 у меня что-то не стреляет мое оружие. Не хочет стрелять. Люба, перестань. Ну что, я поздравляю твою команду с победой. Спасибо. Сейчас поглядим, кто у нас больше всех настрелял. А, у нас танки стелс пишет фугасом борща. О, да я в нашей команде больше всех надамажила. Круто. Умничка. А чё, посмотри. Ты посмотри, каждый выстрел, по одному выстрелу у меня просто в команде сделали. Всё. Так, ну что ж, Джокер, ID Джокер, на IC3 в моей команде является победителем. ID Джокер на IC3 в моей команде, поздравляю тебя, ты нанес урона больше всех в нашей команде, и поэтому именно ты получаешь у нас 100 голды. Еще раз напоминаю в прямом эфирчике о том, что голда приходит обычно в начале следующего месяца. Но так как январь является месяцем, наполненный праздниками, праздничными выходными днями, голда, скорее всего, придет ближе к середине месяца. Но не переживайте, голда придет. Все те, кто играют с нами давно, а играем мы с мая месяца, катаемся, раздаем голду в прямых эфирах, все эту голду получают. Всем огромное спасибо за то, что принимаете участие в наших играх, в наших стрим-шоу. Так, ну что, Ир, успеваем мы еще один боёчек? Лёха, как ты думаешь? Без пяти. Да, давай, быстренько, короче, давай. Без меня только, я пойду настраиваться. А, включу стрим, ну там, за 3 минуты, короче. Вот, перейду в другую комнату, а ты подтягивайся. Хорошо. Так, давай, Иришка, тогда сейчас быстренько добираемся и поедем еще боёчек. Так, есть у вас игрок не в игре, это очень печально. Может, у нас есть кто-то, кого бы мы смогли заменить? Нету. Ой, что ж делать-то? Так. Честно, я бы сама такая уступила бы кому-то место, чтобы никого никуда. Александр, куда вы вышли? В общем, это была ваша роковая ошибка. Ну чё, поехали? Иришка, или карту сменим еще? Давай на этой ну, карте во-первых, останемся. Надежду мне из команды, пожалуйста, убери. Она у меня как забаненный игрок, а я не беру себе таких. Поехали, я респ поменяла. Ну, поехали. Поехали. Ой, карту говорит заменить. Хорошо. Так, 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 во. Погнали. Итак, ребята, всем тем, кто только присоединился... Слушай, а у меня так и оказалось в твоей команде, я убирала. Она не убралась, извини. Это случайно, я убирала. Видимо, не перетащилась. Ребята, девчата, всем тем, кто присоединяется к нам на Twitch ESL, всем огромнейший приветик. Желаю всем хорошего настроения и хочу напомнить о том, что сразу после нашего стрима, который называется «Женские противостояния», будет стрим турнира Golden Format Cup номер 146. Поэтому никуда не уходите, никуда не девайтесь, оставайтесь с нами, делайте ставочки на команды,
на то, сколько техники останется в команде победителя, и выигрываете голду. 100 голды за каждую ставку, которая сработает. И также хочу отметить, что только тот, кто первый правильно ставочку пишет, того ставочка и срабатывает. Сейчас напишу слово ставки. Угу. Слушай, я даже не проверила, кто выиграл. Ну ты даешь. Объелась, наверное, уже ничего не охота. Только поспать, поваляться, да? Так, куда мы поехали, у нас спрашивают. Значит, надо останавливать стримчик. Лёху толкать. И проведем тогда этот бой без стрима. Угу, вырубай. Ну, я в любом случае сейчас запущусь. Ну, там будет еще 3 минуты.